Начинаем церемонию открытия. На торжественную церемонию открытия второй очереди Московского моста прибыли глава Чувашской республики Михаил Васильевич Игнатьев, первый заместитель министра транспорта Российской Федерации Иннокентий Сергеевич Алапин, руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Александрович Костюк. На нашем празднике также присутствуют депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Николай Владимирович Малов и Леонид Ильич Черкесов. Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Ленар Ринатович Сафин. Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Николаевич Иванов. Глава города Чебоксары Евгений Николаевич Кадышев. Начальник Волга-Вятск-Управдор Ильдар Галюдинович Мингазов. Жители и гости столицы республики. Мы приглашаем наших почетных гостей оказаться на этой сцене. Слово предоставляется главе Чувашской республики Михаилу Васильевичу Игнатьеву. Адабош, Регон, Кизепле, Шиндамарзем, Пиринхаклаханазем, Эбехава, Синдебрле, Паянхи, Кибере, Шенегибере, Ушмашкан, Черекар Картуват, Тавдабуш, Строительсене, Труса, Шленжен, Ява Плахаду, Зашленжен, Тавдабуш, Влажь Органсене, вот пара команда. Шагал-шагал галайса, пиде вайла ищтуза, паянки гуна, шаг шене гебере уйса, ебир. Машины зене жюремешкенде, автобусе жюремешкенде, троллейбусе жюремешкенде, педем хала хавали, тада лаях майзенду забардымар. Тавдабуш, уя я тебе бурнете загалаша. Уважаемый Иннокентий Сергеевич, дорогие наши гости, дорогие труженики, труженицы, строители, созидатели, ну и молодые наши граждане Российской Федерации, дорогие наши ветераны, горожане, я рад вас приветствовать на сегодняшнем торжественном мероприятии по открытию Московского моста. На самом деле для нас этот ответственный такой хороший праздничный день. Почему я так говорю? Потому что мы старый мост вообще снесли. Открыли на первом этапе первую часть моста и сегодня открываем вторую часть моста. 6 полос движения практически даст возможность нам всем почувствовать, насколько город Чебоксары перед празднованием своего 550-летия и Чувашская республика перед тем, как отметить свое столетие образования, вот второе дыхание получаем. Это во-первых. Во-вторых, на это был указ президента Российской Федерации. Этот объект был включен в мероприятие празднования этих юбилейных дат. И президент России Владимир Владимирович Путин, наш национальный лидер, нас поддержал. И тем самым появляется прекрасная возможность двигаться и автомобилем, и общественному транспорту, и пешеходам. Передвигаться спокойно, комфортно и просто любоваться природой. Третье. Конечно, этот мост у нас соединяет один район с другим районом города Чебоксары. Кроме этого, этот мост соединяет регионы Поволжья. Это тоже значимо для нас. А отсюда вид на Волгу. Это великая, великая матушка река Российской Федерации. Его знают не только в России, знает весь мир. Это очень здорово. Хочу выразить слова благодарности Евгению Ивановичу,
министру транспорта Российской Федерации, правительству Российской Федерации особые слова благодарности от горожан, от жителей Чувашской Республики я доведу до президента Российской Федерации. Потому что как раз это говорит о чем? Это говорит о том, президент сказал свое слово, взял на контроль и доводит сказанное до конца. И я рад вместе с вами отпраздновать этот праздник. Вы молодцы, строители, за 3 года сделали очень много. Общая сумма вложенных бюджетных средств 1 568 000 000 рублей. Вон газель мою выгнали. Вон стоит. Молодых людей. Кто строит мосты, строит будущее России, будущее Чувашии, будущее города. Успехов, удачи, мира, согласия, с праздником! Ура! Спасибо, Михаил Васильевич. В этом году был открыт мост в городе Цивильске. Это также важный транспортный узел Чувашской Республики. И сегодня мы благодарим строителей, кто работал на этом объекте. За заслуги в области строительства и многолетний добросовестный труд, почетное звание «Заслуженный строитель Чувашской Республики» присвоено Павленко Денису Васильевичу, производителю работ общества с ограниченной ответственностью РЭМИС. Дядя Лешинский. За достигнутые трудовые успехи, благодарность и часы от главы Чувашской Республики вручаются Атиеву Рустяму Сеидовичу, диспетчеру общества с ограниченной ответственностью РЭМИС. На сцену для поздравления приглашается Рамиль Савирулович Басыров, водитель автомобиля общества с ограниченной ответственностью РЭМИС для награждения.